Так. Сейчас начнем вещание и наше совещание. Так, лишние провода не надо, чтобы мешали, да? Вот. Так, ну чего, рассказываю суть. Вообще, конечно, опять после потепления, вот стоило только машину помыть, да, все сегодня. Все замерзло нафиг. Хоть не мой, да, машину, что называется. Все время вымоешь, пойдет дождь. Или замерзнет все. Или все растает наоборот. Вот только, по-моему, машину все растаяло, все капец. И опять все замерзло. Даже двери сегодня открыл, закрываю, они не захлопываются. На стекле висит куча всяких там и приблуд. Всякие экшн-камеры, пауки для телефона, для навигатора, для антирадара. Все, мороз ударил, воздух сжался. Не знаю, там, хотя, в принципе, наоборот. Еще плотнее должно прижаться к стеклу, но нифига подобного. Все отклеивается, все болтается. Ерунда какая-то, короче, получается, даже телефон плохо держится. Так, ну, дети, по поводу лайв-канала. Вчера записывал видео по поводу того, какие планы у меня на этот год. Вы можете посмотреть, кстати, на Фейсбуке. Я уже на Ютубе выложил тоже его. И во всех соцсетях это видео ютубовское тоже прокросс-постил, что называется. Вот. В чем суть? Значит, вот видите, вот такое видео, как я записываю сейчас, да, прямое вещание с Фейсбука, да. А еще я записываю часто различные мотивирующие ролики на телефон, когда нахожусь там на тренировках в других странах. Получаются такие коротенькие видосики, ну, вообще маленькие, которые я выкладывал раньше без обработки на YouTube. И получилось так, что, в принципе, вот у меня канал раньше был, я для YouTube всегда монтировал ролики. То есть они были либо длинные какие-то, либо сюжетные, либо в них обязательно монтаж присутствовал. Вот. И хотя раньше, конечно, я плохого качества записывал ролики, потому что и там оборудования нормального не было и все такое. Но они были это, тематические. Они были такие, что там привет, ребята, вот это я, вот это вот я здесь, вот давайте там то, давайте все, пока дайте покажу, как вот тут интересно выглядит такая-то штучка в стране в такой-то, или вот такой девайсик. И все это там на пару минут буквально-то на тройку. Вот. Вот такие видео, что с ними делать? Я их все время спостил на свой канал на YouTube, и получилось так, что все мои большие там обучающие серьезные видео, которые в основном-то и сделали имя каналу там, да, и как раз интересно было основной этой массе пользователей, потому что эти видео, они входят в систему рассылок, бесплатных курсов, они ушли куда-то вниз, и человек, который заходит ко мне на канал, он, конечно, плейлисты видит, но в основном видит эти последние посты. Вот, а последние посты вот все такие, ну не то что ни о чем, они там интересны, есть целый ряд людей, которые с удовольствием это смотрят, им это больше всего нравится. Вот, но вот такие вот именно полезности, лекции и ну, серьезные какие-то материалы, они не очень-то видны. Вот, и поэтому я мой основной таких ситуаций, когда слетает связь на телефоне, вижу, что она пропала. Вот пишется, не пишется. Иногда бывает пишется, бывает надо не пишется. Ну, в общем, вот суть такая. На два канала разбить. На основном канале будут серьезные материалы, которые либо большие по размеру, это записи семинаров, вот, каких-то лекций, видео для тематических рассылок, для бесплатных видеокурсов, а также это видео, которые требуют хорошей аппаратуры, снимаются на камеру, имеют постобработку, пишутся, как правило, по сценарию. Вот я их буду размещать на своем основном канале, на базовом. Там количество материалов выкладываемых сократится, но зато я даже не сомневаюсь, что увеличится количество их просмотров, потому что как раз такие материалы, они наиболее полезны, и вы с друг другом делитесь ими. А вот лайв-материалы, вот такие вот, как вот все эти вебинарчики маленькие, вот такие вот, различные материалы из поездок, обзорные какие-то, микромотивирующие ролики, что-то еще, это все пойдет на лайв-канал.
Называется он, если мой, но это основной канал, называется Михаил Шилов русскими буквами, да, каждое слово с большой буквы, то есть, ну, отдельно два слова Михаил Шилов, то этот называется Михаил Шилов Live Channel. Вот, то есть Михаил Шилов также русскими написано, а Live Channel с маленькой буквы, оба слова на английском языке. Вот. Сейчас пока там ничего особо нету, только вчерашнее я это видео выложил туда. Ничего переносить я с основного канала на Live Channel не буду. В таком ключе, как рассказал вам сейчас. То есть вот эти микроролики без постобработки, может только превьюшки в них будут какие-то вставлены, пойдут на Live Channel. А серьезные материалы пойдут на основной, это базовый канал, ну как серьезный, имеется в виду большие тематические материалы. Ну, в общем, вот что я хотел вам по этому поводу рассказать. А, Дамир, привет. Вот, смотрю твои материалы тоже. Думаю, что вот так вот надо сделать. Я на самом деле подсмотрел это у ребят из Немагии. И у других. У нас совсем разные ниши, конечно, и мне не так интересно, что они делают. Ну, вернее, как интересно, они прикольные. Они делают интересные материалы, но где можно что-то поучиться. Но можно у них видеоблогинг. Ну, реально, потому что они профессионалы в своем деле. И вот это вот разбиение на два канала, они, видимо, тоже пришли к этому, что на основном это канале, где у них интересные небольшие материалы, там по сценарию, с видео, там, эффектами и все такое прочее, забивать какими-то стримами там и всем прочим, они решили, что это не стоит, и вывели на лайв-канал отдельно все. Вот это очень хороший подход. Кстати, кто занимается видеоблогингом, я вам это дело тоже рекомендую. Ну да, конечно, раскрутить новый канал, наверное, трудно. Но у такого канала, как Live Channel, и нету, наверное, ну, если у ребят из Немаги есть, наверное, в этом Припин, в том, чтобы там как можно больше посещений было, смотрели эти стримы и на рекламе зарабатывать, то для меня тема это совсем другая. Для меня канал Live Channel – это канал, с помощью которого я имею прямое общение с вами непосредственно. То есть для того, чтобы донести свои вот такие вот материалы, которые идут из живой, как говорится, жизни, до максимально большого количества людей, но в основном это через репосты в социальных сетях. Мне туда же записываются видео, которые являются иллюстрациями для моих статей в блогах, вот таким вот образом. То есть мне надо, например, предположим, в блог выложить иллюстрацию по поводу моего мнения, вообще очень маленького, там, коротенького, по какому-то предмету, или какую-то видео, заметку из другой страны, при путешествии. И мне загружать на основной канал такое видео, которое теснит серьезные видео куда-то вниз, резона нету. Опять же, мои подписчики получают уведомление, что у Шилова на канале вышло видео новое. Они заходят туда, а там видео на 15 секунд, например, как в Голландии паркуются велосипедисты. Ну, нафига ему это смотреть? В блоге-то статья по этому поводу написана. И как иллюстрация маленький видосик, где я на фоне, привет, ребята, в Голландии, смотрите как. И они вот это смотрят, и они не понимают, думают, что это за видео вообще такое. И в итоге, конечно, рейтинг, канала в их глазах падает. И они уже в итоге, когда выходит серьезный материал какой-то, тематический, по той теме, которая действительно их интересует, по работе на снаряде, постановке, удара, или по медицинской какой-то тематике, обзор, уже не с таким интересом туда заходит, потому что есть ожидание такое, что может оказаться что-нибудь такое маленькое и не очень интересное. Для них, по крайней мере. Вот поэтому эти иллюстрации по жизни я буду выкладывать на Live Channel. Думаю, что я все обозначил. Кстати, вот это видео тоже, я как приеду, мне нравится, что на Фейсбуке все это сохраняется, автоматически, и телефон не засирает, как, например, это часто бывает в этом, перископе сохраняется все в каком-то формате, в удобном очень. Потом я выкачиваю просто и закачиваю уже это на YouTube, все это дело. И это видео, я также поступлю, я выкачаю и уже закачаю его на Live Channel. И там репосты ВКонтакте, в Одноклассниках, на моем мире. И все будут знать, что появился у меня такой канал, Live Channel, где будет все это дело.
Ну вот, что, собственно, я и сегодня хотел сообщить. А вам, друзья, всем удачи. Обязательно подписывайтесь, в том числе и на лайв-ченнел. Там интересненькие будут все равно материалы. Потому что не только они будут такого вот объявительного характера. Часто это бывают материалы с суждениями, размышлениями, какими-то советами. Очень такими-то коротенькими, которые в стиле Инстаграм на там, одну минуту буквально. Вот. Ну и на основной канал на Ютубе обязательно. И на мои сайты на budublog.ru, budushin.ru, makivar.ru, doktorshinov.com и korrektura.ru. Всем до встречи, всем пока. Салют.